Друзья, привет! Рад, что заглянули к нам на канал, потому что сегодня мы приготовим интересное блюдо, молодежное блюдо, так что зовите детишек тоже к экрану, потому что дети просто обожают это блюдо. И плюс оно готовится очень просто, дети даже сами смогут его приготовить вместе с вами. Что, поехали? Ну это, знаете, будет что-то такое вроде бургера, бургера, но не бургер, это будет с лавашом. Сейчас все увидите. Так, для начала делаем соус. Соус должен быть уже готовый. Значит, в миске смешиваем кетчуп, майонез. Все точные разгромовки, ребятки, будут, как всегда, в описании под видео. И горчичка средняя, острая, не термоядерная, естественно. Дальше мелко нарезаем пару маринованных огурчиков. Меленьким кубиком. И летний белый сладкий лук. Тоже его мелко нарезаем. Все перемешиваем, и наш отличный бургер соус готов. Можете такой соус также использовать при приготовлении бургеров. Это очень вкусно. Немного айсберг салата, чтобы было там чем похрустеть. И спелый летний помидорчик. Так вот, тоненько-тоненько. И дальше, друзья, берем вот такие вот тортильи. Тортильи эврес или лаваш, там что у вас будет. Я взял небольшие, 16 сантиметров в диаметре. Ну, можно и побольше, как хотите. Но мне такие больше нравятся. И хороший такой жирненький говяжий фарш. Мы будем делать 4 штуки, поэтому фарш делим на 4 ровные части. Делаем мячик. Теперь берем одну лепешку, один кусок фарша и вот так вот распределяем полностью, приклеиваем фарш к лепешке. Такие лепешки маленькие я беру, для детей они больше подходящие. Так вот прям до самых краев ровным слоем приклеиваем фарш. Хорошо разогреваем сковороду. Немножко растительного масла, буквально так, чтобы смазать. Так, сковорода хорошо разогрелась, и отправляем лепешку мясом вниз на сковороду, буквально на 1-2 минутки на хорошей температуре и прижарится. И пока делаем следующую, пока та жарится. Вот так вот в темпе вальса. Так, минутка прошла, прижарилась, переворачиваем. Вай, какая красота. И еще немножко с этой стороны и сразу сверху кидаем сырок. Вот так вот. Все, ребятки, с другой стороны подрумянилось, убираем.
Добавляем салатик. Помидорки. И наш потрясающий соус. Вот такой вот, ребята, лаваш-бюргер. Вот так вот, оба. И просто берем, ребятки, вот так вот. И наслаждаемся. Это просто нереально вкусняха. Говядина. Соус круче любого бургера. Сочный, мощный. Ребята, огонь. Обязательно готовьте. Ребятки, вам спасибо за внимание. Обязательно готовьте такие лавашные бургеры. Мы будем дальше готовить всей семье. Я быстренько попробовал. Готовим дальше. И вам хорошего настроения. Лайк, подписочка. Знаете, там внизу комментарий. Не забывайте. С вами Ашишкин. Пока-пока. Это просто огнище. Нереальное.